Вот по кругам это реально самая невезучая хуйня была. И, кстати говоря, я, сука, говорил, если что, ехать по мосту. Да, говорил. Лёх, ну тут вроде в течение часа Вот так вот. сливаются челы. Просто чтобы вы Двое, знали, что я возможно, даже. неплохой капитан. Андрюх, ты отличный капитан. Но я... Ты уже стримишь, тварь, да? Ой, извини, пожалуйста, я опять что-то сказанул. Меня спеседовал. Так а чё я хотел... В смысле, он ушел или чё? Я не знаю, но если он ушел, там и бар зашел в пубг, если Ну... что, видимо, у него рейды закончились. Там Лёха еще хотел Да, что-то. там Лёха Не хотел. вижу. Да? Да. Так а... Он совсем психодел или что? Ну мы... А, стоп, он в игре с нами. Лёха, на скольки тебе сегодня разрешили сидеть? Андрюх, уже пишешь? Машнишь? Да. Говорит, дайте поиграть. Лёхе сегодня до двух можно играть. Да? Да. Это он написал тебе уже? Да. Мы летим. Жалко, об сервером нельзя в эту игру быть. Я бы просто сидел бы, попиздил с вами, посмотрел бы. На троечке готов? Трешечки, может, нет? Да. Да. Давно не было. Да, окей, давненько. Гол. Я только психодел. Ебать, я чуть не подвис. Он ведь... Ебаный рот. Пизда ему. Психодел, походу... Походу. Это да. А тут есть кто-то? Я потому что никого... Вон один а, телек вижу, где-то со вижу. мной летит. Вижу. А он что-то вообще высрал, непонятно что. Слушайте, а может это... Личинка психодела? Активно играет, а что? Не, ну психодел в смысле... вылетел, кстати, тоже на трешке летит. Не вылетел? Летит? Вылетел тут. А, с нами я понял, летит. Я думал вылетел... Из игры вылетел. Да что ты такое говоришь? Да. Блять, лагает. А у меня вебки нет, ну 60 FPS, я не знаю, что такая за вебка должна быть. Да и сейчас на стриме тоже не 60, потому что Twitch в последнее время да, очень плохой. Нормально. 60 FPS не пропускает. У меня есть дедушкина, если интересно кому-то. Блин, может под ночь начинаются лаги? Хотя мы вчера, помню, ночью играли, да, с Лёхой? По-моему, это как в физи просто. Рандомный сервак какой-то и все. Почему нет галочки это самое? Он ли хороший сервак? Это как в ремейме додуматься делать галочку плюс-минус там 500 мр разброс. Мне человек пишет, что на тест-серваке пиздец как мало лута. Понимаете, о чем он? В следующих патчах будет копаться как мало лута. Ну, не следующих, а следующим, наверное, который будет сегодня. Obviously. Ну, что, там контакт уже кого-то? О, понял. Ну, тут как бы вообще без обид, абсолютно. Психодол вышел из игры, если да. Что. Да, вдруг он расстроился и на дисморале. Что такое может по быть? Поводу? Он подумал, что его кикнут. И типа это. Спасибо за подписку, Пашка. Вы не находите? Ошибся. Сначала ливнул с курсы. Это как бы очень плохо. Молодец, Игорь, блядь, набил психоделика. Так а просто этот при чем? Согласен. Вообще-то это. Вообще-то это флешка сказал. То, что там Лёха хочет поиграть. Чего? И после этого он вышел. Вообще-то, Игорь. Красиво.
Парни, глушитель на пистолет нашел. Кто будет хитманом? Красавчик. Ну ты и будь, чё ты. Или засал. Начал рядом. А ты где? В троечках своих. Ты, блядь, сиди в своих троечках. Ладно, сейчас игре буду. Ты хочешь, чтобы разобрал? Молчи, молчи. Андрюх, идем помогать? Да. Ну, а тут не один, очевидно. Это только лучше. Где-то прям близко. Блять. Я, возможно, возьму сейчас. До свидания. Дедуля работает? Работает. Дедуля работает? Еще чел. Только кто сможет? Двое. А, стоп, это свой, да, тут? Вижу. Я один свой, один враг. Где он? По левую сторону это домиков. Но он у дома? Да. А, слышу, слышу. У твоего. Тихо. Бля, сейчас MLG буду мутить в пизду. Мути. Именно туда? Бля, Андрюха, хуй видно. Далеко, близко? Андрюх, подстраховал тебя немного, ты не против? Спасибо. А еще кто-то был, нет? Ну, кто-то еще есть, потому что он не сразу сдох. Вот, понятно. Куда мне все место делось? Я хилюсь. Типа патриков дохуя? А, мне бинтов дохуя. Но они все были в том районе. Я слышу! Блин, со своей бежит, со своей 240. Нет? Либо да, либо нет, ребят, без обид. Пока не вижу. Игорь, у тебя там есть какой-нибудь шлем? Первый где-то? Да, первый есть. Ты дверь открыл? Да, я открывал. Понял, ладно. Я второй шлем тут есть. Тут второй шлем есть на мне. Давай, я за вторым. Тут. Андрюх. Ага, да, да, сейчас. Это тройку лутал кто-то? Вижу чела. Двое. Без ебало все, отлично. Ну красиво играем. Хули. Это оба мудачка здесь были? Лутай мне красиво. Очень слабо, ребят. Скилл по лутингу. Я жду их. Тут СКС, да? Если интересно. Ну, я дома настрелял пиздец как плотно. Да. СКС интересно. Иди возьми там на том. Блин, EMP лучшее оружие. А есть на пер... Короче, у меня такое чувство, как будто этот ебан сидел с клашом. Ой, с клашом. С арбалетом и пытался меня ваншотнуть. Здорово, он спик. С арбалетом я был. Ты был? Окей, он просто сидел, почему ты пялился на меня, как будто хочет с арбалетом мне дать. Я узнаю этот взгляд арбалестера. Я сам так сижу иногда. Есть жопка на М-ку, отдам в хорошие руки. Да их тут дохуя, этих жопок. У меня бы рюкзак второй или третий? Так, а чё по кругу? Ну, спик, чё-то я круг не понял. Хороший. Видимо, был я не это. Не в то время и в том месте в чате. Без обид. Да, круг хороший. Слушайте, а что-то у меня это как-то я обнаружил внезапно. Меняю, короче, бейсболы на аптеке. Продано. У меня 7 аптек и 4 бейсбола. Чего у тебя? Одна аптека, домой бейсбола. У меня, блядь, 0 аптек и 3 бейсбола.
И такой, Игорь, маленький плюс, третий рюкзак. Третий рюкзак возьму. Так как Андрюха, он наоборот меняет, как ты. Ему тоже аптеки нужны. А-а-а. Я тебе могу дать аптеки? Рюкзак где? Я медик. Пожалуйста. Так а где рюкзак, Андрюш? Не скажу. А, я понял, блядь. О, очки. А вот третий. Броник, конечно, первый у меня, это полная хуйня. Броник, конечно, первый у тебя. Ну, да. А чё вот попробуем? Эти домики, Москва, кстати, никто не лутал, если чё. Я на ангарчики пошёл. На эти? Окей. Падал кто-то на ангары, или, в смысле, на боксы? Походу, они не лутанные. Не, эти точно не лутанные, кто-то мог их лутать. СКС еще меня тут интересует кого? Хотя знаете, ребят, без обид. Если у тебя есть чекпад, бери СКС, нормальная тема. Хотя, не, я, наверное, с клашем буду. Или СКС, или клаш? Ты бы что взял? СКС. Ну, второе оружие какое-то. Дробаш. Или думаешь, СКС и так калаш? Кого... СКС и калаш, конечно. Зачем тебе дробовик? Вот скажи, в лейте ты хоть раз использовал дробовик? Да, да. Конечно, в конце в самом, нет, ты ну, чё? Сегодня, например. Сегодня. Да, да. Когда ты использовал сегодня дробовик? Ну, мы с психоделом когда оставались, я с дробовика разобрал чего. Лейт был не раз. Это было начало катки. Ну, сначала катки. Это был мидгейм, уверенный такой. Я, кстати, контейнер ну, веду. Блин. Если бы мы были все вместе, тебе бы он не понадобился, как дробовик. Ну, в принципе, да. Что такое? Ты видел, Игорь? Нет. Что было? Я видел. Их на дерево пытается запрыгнуть. Блять, Игорь, просто снимай это, я сейчас буду разъебывать. Давай, ебашь, Андрюх. Разъебываешь? Да. Минус Андрюха, да? Красиво, Андрюх. Ебать жестко. Научишь? Не хватает еще опыта. Андрюх, ну... Андрюх, ну, это, психодел не уточнил, сальтуху надо не собой делать, а мотоком, типа. На мотоке прям пока сидишь, ты делаешь сальтуху. Я буду практиковаться, парни. Спасибо большое, дай бог здоровья. Так а ты, блин, вообще на маленьком трамплине делаешь эту хуйню? Ну да, там вот на S есть трамплин высокий, там вообще изи сделать просто. На S? Типа жопа? S как жопа, да? Блин, что-то у меня либо не везет, либо в ангарах нихера нет вообще. Кстати, калаш как второе оружие, ну скорострельное, это, по-моему, полный пиздец. Почему в упор три пули и досвидули как? Три пули и досвидули. Зажимают с калаша, только больные ублюдки, наверное. Ну, почему? Зря так. Ну, потому что там пиздец какой разброс у него-то чё. Ну, там даже дали. Ну, если научиться, типа. Если научиться зажимать... А, забейте, тут залутано, слышите? Тут залутано. Ну, блин, естественно, тут залутано. Ну, я просто никого не видел. Сюда... Чё усадились? Я не видел. Потому что мы выпрыгнули раньше, наверное. Лёха видел, как я жал. Но, по-моему, не с клаша жал, а со скара. Андрюха хочет, чтобы к нему кто-нибудь залез, наверное. Не, я хотел бы пожить немного. Го в горы? Искать челов. Блять, парни, я не могу удержаться, нахуй. Игорь, снимай, снимай срочно. Ты минус, да, будешь? Ага. Так сальтуха-то была или чё? Да чё-то непонятно, я не видел, он ушёл вниз. По тебе? Mm-mm. Кто-то стрелял. Тут тоже залутали, наверное. Бля, почему так жарко? Это ж пиздец. Ой. Это шок-контент. Я ебашу кондишн уже на самый лютый минимум.
Парня, есть X4, X8 какие-то бесплатные? Бесплатных нет. Тут золото. У меня есть увеличенный мэк только на СКС. Давай, а чё? Mm-hmm. Если тебе не надо, давай. У меня же СКС. Тут тоже золото, но все короче. Го по X-лидам, хули. Они в руинах сидят, отвечаю. Или нет? Пошли в руины, значит. Не, они из горки стреляли с той стороны вроде как. Ющери? Ну ладно. Слушайте, а это правда вообще? Правдивые истории про то, как люди замерзают под кондеем и начинают болеть? Да, тут фраза продул кондей, заболел. Просто со мной пока такое не случалось, я боюсь. Я год всего пользуюсь им. Да, это дефолтная штука. Ну ладно. На ночь просто не оставляю его. А я оставлял на ночь. А я всегда оставляю на ночь. Да, ночью бывает полный пиздец с летом. Тогда есть риск. Но я ставлю на таймер там какой-нибудь, чтобы он вырубился там, и ночью там 2 часа, например, не работал, а потом опять включился или типа того. Ебать ты, буржуй. Типа, если не спишь, то он тебя не продувает, да? То у тебя резист. Не, смотря как ты сидишь, главное, что он тебе там в спину там не дул. Опа, я же сказал на этих, руинах. Руинах. Руина, это руина, классика, да. То, что на руинах сидят челы и фанятся. Андрюха, сколько температур ты ставишь? Знаешь, или ты флешка? Тачка. Там режим. Это по-разному. 20-22. Ладно, мимо, наверное, гору руины. Я не ставлю никогда. Ну, у меня 23 стоит. Я обычно 24-25 вообще ебашу. Ну ты наша дрищ, да, тебе надо побольше ставить. Не, просто я боюсь этого. Болезни. Так а в чем прикол тогда вообще 25 еще вообще не охлаждает почти лут? Ну, это лучше, чем у меня, если с окном. Прохладнее все равно. За... На нас едь, да? В церкви два чела сидят, прям на месте. Твой... Есть у кого-то? Готовы? Да, у меня СКС, да. По правому, готов? Готов? Раз, блять, они ушли. А сейчас по такому, он же тут тормознул где-то, не? Вроде да, где-то здесь ехал. Куда он уехал? Он показывал трюки, типа, и испарился куда-то. Ну это может быть был черный трюк? Ну я считаю, церковь, то, что он испарился. Слышишь, а тут что этот квадрик, баги? Вон, смотрите, лежит труп. Да, труп. Он мне дает сзади. Или нет, стоп, какой сзади? Сверху, а как он попал? Я за деревом спереди. По-моему, за деревом был человек. Просто он мне попал каким-то хуем. А вот здесь по мне хорошенечко дает. Каким-то хуем. Я... А, вижу тело, вижу тело. А, вон справа, справа да, дерево. Отлично. Вырубил одного, вырубил. Он, вдруг все. Да, у меня ничего не было, Покс. А вижу, бежит ему чел, флешка там же. Смок кинул. Я давай чел, по-моему. Дал одному. Еще дал. Поднимает. Отлично. Того добить. Куда прилетел? Ребят, а вы не могли бы оба вот выложить и поднять оружие? Не, Андрюх, так. Само оно. Ты что, член? Я выложил, поднял. Спасибо большое. Я выложил, поднял. Он налево убегал. Спасибо флешки. Большое. Налево? К тачкам да. Типа или что? Не, в сторону заборчика. В сторону большой руинки. Ползет чел. Дожать надо, ага. Даун. 7. Группу ты снял. Бля, что за дерьмо? По мне спереди стреляли челы и, короче, попали в сковородку. Что за хуйня? Я причем по звуку понял, что они передо мной, но попали в сковородку, и я подумал, что за хуйня? Неужели я долблюсь в очко? Флешку, ну он, короче, на Е был. Прибегал. Тут чекпад, там на снайпу надо вот да, это. Да, возьми чекпад, возьми. А, или у Андрюши, да? Давай возьму я. Или ты взял? Я взял. Окей. Скину. Давай. Компенсатор, чекпад. Вот это о, вот я это лежу, этот, из последних сил. Помогите, ребята. Вижу. Дал ему. Чекпад, а с значит, на А с кряком. На Е105 за пригорком.
195? На Е 105. Он ушел. Пригорок такой начинается, направо уходящий, он за ним. Ну, от их тиммейт. Он последний остался. Нет, Игорь, он не последний. Короче, 44 человека, кроме него. Последний из этой пати. Дал ему еще. Он мне дал в ответ. На нахуй. Я медкидем. Я не лезу пока. Там же дабл? Да, да. Слева. Да, да. Бля, парни, я так охуительно размениваюсь в этой его катке, это просто пизда. Там еще на церкви наверху есть, вот это. Блять, он по мне дает, слышишь? Да, на церкви наверху прям. По тебе дали флешка? Игорь, сейчас будет это плохо. Блять, ну, ты на зря их поджимать начал. Помоги, правее, правее встань, правее, правее, иди правее, иди правее, иди правее, Игорь, иди правее. И справа в церковь смотри, второй этаж. Все, флешка, давай, разъебывай. И ты, не видно, их через лес, ты пьяный, что ли? Я не пьяный. Ну, я просто спрашиваю. Я подбегаю, да, к тебе. Да, не пизда, блять. Блин, а у меня есть ходить, у меня есть ходить. У меня точно есть. Близко где-то, да? Я подбегаю ближе. Вижу, блядь. Так, хорошо. Справа, справа, флешка, справа от меня, справа от меня! На С, смотрю на него. А-а-а! А тебе все, да? А про этого не было инфы типа, да? Это, кстати, тот был, по-моему, с креком. Нет, конечно. Без обид. Еби его. Он что, больной, блядь? Еби. Ебать. Андрюх. Ебать. Флешка, не могли бы прокомментировать вот это? Не, ну тут это... я вообще запотатил сначала, как минимум. А то, что это, дедушка, это да. Не дедушкин, это не дедушкин, это этот пятизарядный. А какая разница, все равно это дробовик. Это батя.